День рождения ребенка, конечно, это громко сказано, но, в общем-то, где-то похожие ощущения, потому что клуб является моим детищем, и те 24 года, которые он существует, конечно, он уже вырос из коротких штанишек, это уже всемирно известный бренд, это команда, за которую болеют, не побоюсь этого слова, миллионы болельщиков, и естественно, что день рождения клуба сегодня не только мой день рождения, это день рождения тех, кто работает в этом клубе, тех, кто за него болеет, тех, кто за него переживает. И я поздравляю всех нас с этим праздником. Это дата, которая многих из нас объединила вокруг любимого дела. Команда в этот день будет на сборах, вот, готовится к матчу первого тура с Синарой. Так что я думаю, что они, наверное, тоже как-нибудь отметят это событие. 24 года – это хороший такой срок, мой старейший клуб российского мини-футбола. И здесь, безусловно, есть чем гордиться. 25-й сезон, который мы начинаем в этом году, как раз он такой для нас юбилейный. В следующем году клуб отметит 25-летие, поэтому хочется не только этот день рождения отметить, но и пожелать нам всем вернуть чемпионские награды, титул, чтобы иметь возможность в свое 25-летие опять выступать в Кубке УЕФА. Успехи спортивные – это главная цель и задача, к чему стремится спортивный клуб, футбольный клуб, любой, кто занимается спортом, он стремится к победе. Вера, сила, победа – наш символ. Сохраняйте веру, она приумножает силы и ведет нас к новым победам. Поздравляю с днем рождения!